Доброго дня, вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Розмова на тему», в студії Анастасія Михайлюк. Вітаю вас, шановні глядачі, із чарівними зимовими святами. Хай цей новий рік буде добрим для ваших родин. А у нас в студії чарівна гостя, пані Вікторія Терещенко, директор Миколаївського обласного театру «Ляльок», художній керівник театру, заслужений працівник культури України. Доброго дня. Доброго. Щороку на зимові канікули дітлахи зі своїми батьками поспішають до театру «Ляльок». Чим цього року ви дивуєте своїх молодших і старших глядачів? Ну, в этом году спектакль «Снежная королева» по знаменитой сказке Андерсона. И под елочкой мы решили немножечко поэкспериментировать в этом году. У нас одновременно под елкой и Дед Мороз, и Санта-Клаус. Дед Мороз приходит традиционно со Снегурочкой, а Санта-Клаус со своими эльфами. Вони заважають одне одному чи допомагають творити диво? Нет, они решили провести праздник вместе. Они решили, там есть дословная такая фраза, а давайте поделим этот праздник, но поделим на всех. Вот поэтому они вместе веселятся. Там немножечко вредничает водяной, потому что у него, понимаете, аквариум замерзает в животе, потому что холодно. Это не дивно, да, так, да, такие морозы, да, на, да, дворе. Да, да. А так Дед Мороз и Санта-Клаус – это практически двоюродные братья. Поэтому они очень добро встречают друг друга и по-доброму играют с детьми. Я знаю, що минулого року ваші маленькі відвідувачі могли висловити свої симпатії одному із головних героїв зимових свят – Святому Миколаю, Діду Морозу або Санта-Клаусу. Який результат був цього голосування? Дуже цікаво дізнатись. Ну, победил Дед Мороз. Вторым шел Санта-Клаус, и на третьем месте, и вопрос был конкретно, кого бы вы хотели видеть в нашем театре под елочкой. И это, наверное, сыграло немаловажную роль, потому что, наверное, многие понимают, что все-таки святой Николай – это святой. Он не может скакать с чертями, с водяными под елочкой. Это все-таки не персонаж, можно сказать, для массовых развлечений. Да. Святой Николай, он приходит к детям ночью, кладет под подушку. Все-таки должна оставаться какая-то святость. Нельзя все, образно говорить, опошлить на угоду времени. Вот и родители это понимают, и наш театр этот понимает. Я считаю, что Санта-Клаус, Дед Мороз, они такие весельчаки, они могут развлекать детей. А Святой Николай, самое большее, что он может сделать и имеет право театр пойти на то, это он выйти, детей поздравить и подарить сказку. Но не развлекаться под елочкой, не проводить игры. Самое тому вы не залучаете. Да, да. Именно поэтому мы подумываем о том, что как в следующем году ввести еще этот образ, но ввести очень корректно, не оскорбляя святости его, можно сказать так. Об этом будем думать к следующему. Ну, щороку програма різна, і вистави ви пропонуєте щороку різні. Цього року «Снігова королева», чарівна казка, я думаю, одна з найулюбленіших усіх часів. Скажіть, на який вік глядачів вона розрахована? Чи лише на дошкільнят і молодший шкільний вік? Ні, чи все ж таки на старший? Це більше молодший шкільний возраст і більш старший. Но на удивлення ми дуже переживали, як буде смотреть найменший зритель. Великолепно смотрять. Вообще, у нас давно не было такой новогодней кампании, как мы называем эти дни, новогодней кампании. Всегда находится обычно в новогодней, вот в канве, или кто-то испугался персонажа, бывает так, или кто-то расплакался, или кто-то чем-то недоволен. Тьфу-тьфу-тьфу, но в этом году еще ни одного такого случая не было. Все счастливые и довольные смотрят внимательно спектакль, активно играют под елочкой. Конечно, очень интересно смотреть за реакцией родителей, когда выходит Санта-Клаус и объявляют, что Санта-Клаус. И вот смотришь на родителей, кто-то так неудоуменно поднимает бровь, кто-то радостно улыбается, а потом, когда выходит Дед Мороз, у всех такие радостные лица, что все же таки хэппи-энд такой, все вместе собрались и все под елочкой. Все же таки традиция, она дуже сильна, незважаючи на західні такі тенденції. А что вы хотите? Родители – это те бывшие дети, которые выросли на Дедушке Морозе. Вы знаете, хочу сказать, что особисто я себя чувствую
знову дитиною, коли є така нагода завітати до театру «Ляльок». І скажу вам по секрету, і вам, шановні глядачі, що цю виставу «Снігова королева» я вже бачила. І мене дуже здивувала поява там елементів театру тіней. Ну, це один із елементів театру кукол. В принципе. А в багатьох виставах ви користуєтеся? Нет, вот элементом? За много лет впервые. Тому це й стало несподіванкою такою приємною. Мені навіть як дорослому цікаво. Да, ми стараємося експериментувати, чим-то удивляти зрителя, тому що стоять на місці нельзя. Це чудово. А як взагалі виникла ідея от театр тіней залучити? Ну, це режисерська робота. Да. Можливо, трохи відкриєте нам таємницю, якісь ще такі додаткові ходи будете застосовувати в майбутніх постановках? Можливо, малювання піском або що? Ну, поки ми ще над цим не думали. Єдине, що я можу сказати, що, звісно, продуман уже репертуар на следующий год, тобто на этот. Вот сейчас после новогодней кампании мы приступаем к спектаклю для взрослых «Фигаро». Это новый будет? Да, новый спектакль. Будет довольно интересным, на мой взгляд. Про вистави для дорослих ми обов'язково ще поговоримо, але давайте продовжимо тему зимової вашої кампанії. Теж знаю, що деякі батьки вже не змогли придбати квитки для того, щоб повести свою дитину на зимову передноворічну або новорічну виставу. За який час краще звертатись до театру, щоб точно встигнути купити квитки? Знаєте, білети у нас покупають, починають где-то с числа с 10 октября. Это даже приемно на самом деле. Да. Ну, вы знаете, это, конечно, беда. Очень маленькое помещение у нас. Мы понимаем, что большего не будет, поэтому мы не можем объять необъятное. Все хотят, помещение маленькое. Как я всегда смеясь говорю, родители по стеночке жмутся. Еще же такая ситуация, когда приходят, особенно касса. Когда кассовый зритель, то приходит маленький ребенок, и с ним бабушка, дедушка, мама и папа. То есть на одного ребенка 6 взрослых. Хочется уделить внимание ребенку, это его праздник, а взрослые занимают объем пространства, где дети должны развлекаться и танцевать. Это, конечно, большая беда у нас, но мы ничего с этим поделать не можем, поэтому стараемся. Поэтому у нас такой напряженный график, практически 4 спектакля, 4 утренника в день. Работа у актеров на износ. Просто новогоднюю кампанию уже надо еще пережить, образно говоря. Ну, за це велика подяка всьому колективу театру. Про репертуар на Новий рік. Ви вже сказали про виставу для дорослих. Які ще будуть нововведення? Следующая будет «Царевна жаба». Вот. Потом новогодняя еще выстава. Мы еще не придумали, чем мы будем удивлять. Такие есть размышления. То ли щелкунчик, то ли что-то в этом роде. Но пока еще думаем, потому что еще есть время. Ну и, наверное, спектакль сделаем для самых маленьких, рукавичку. Чудово. І повертаючись до теми вистав для дорослих. У вашому репертуарі вже є вистави для дорослих «Ханума». Скажіть, чи користуються попитом такі вистави для дорослих? Чи все ж таки ми звикли, що театр «Ляльок» – це театр для дитини? Ви знаєте, очень большим спросом пользуются. У нас буквально за 3-4 місяці розкупаються білети і оставляють люди свій номер телефона, що якщо вдруг появиться лишній білетик, пожалуйста, перезвоніть. І, в принципі, в касі вот така пачка з телефонами. Люди ждуть і ніяк не можуть попасть. Опять-таки, в связи з тим, що зал небольшой, но этот спектакль настолько камерний, настолько завязана сцена с залом, что в другом бы помещении, наверное, он бы потерял свой аромат. Тобто ви взаємодієте із глядачем? Да. Як взагалі з'явилась ідея зараз в наш час поставити отаку виставу для дорослих? Ну, наверное, в этом виновата я, потому что я родом из Грузии, из Тбилиси, и мне захотелось все-таки, чтобы наш регион, вот все-таки мы на одной широте примерно находимся, да, наши страны очень дружат, и хотелось все-таки показать украинскому зрителю Грузию, Армению, Авлабар, народ, который такой хлебосольный, гостеприимный, певучий, танцующий, ну, хотелось все это показать, и я думаю, нам это удалось.
Скажіть, будь ласка, чи є якісь вікові обмеження? Я зараз маю на увазі, чи можуть батьки прийти зі своїми дітьми, які вже підросли? Тобто театр ляльок класичний для них все ж таки вже ніби не дуже цікаво, якщо там дитині 12, 13, 14 років. Чи не буде їм зарано завітати на таку виставу? Ви знаєте, ні, не рано, і на моє удивлення, у нас був случай, коли прийшли з ребенком. Он учиться в первом классе, и он с таким вниманием смотрел спектакль, ему настолько... Он ни разу не пошевелился и не отвернулся, и не отвлекся. То есть теперь мы можем говорить про то, что театр для лёг, это тоже семейное... Ну, мы всегда старались для семейного просмотра, потому что если мы ставим детский спектакль, спектакль для детей, всегда находится подтекст для взрослого. И взрослые видят, дети смотрят канву, то есть тему, а подтексты уже воспринимает взрослый зритель, то здесь наоборот. Здесь взрослый зритель на Хануме смотрит именно канву спектакля, а дети смотрят на кукол, на то, как они работают, как это интересно, потому что у нас заняты залы, через зал проходит экипаж с каретой. То есть это все очень интересно. Саме відгук у глядача на Хануму став покликом до того, щоб поставити ще одну виставу для дорослих. Ви знаєте, ми періодично наш театр обращається к взрослому зрителю. Я считаю, что вообще-то нам надо это поставить уже на более частую основу. Я думаю, що дорослі глядачі будуть вам вдячні. У нас 20 лет назад у нас був спектакль театр «Варьете серпантин» или «Куклы могут все». Мы в Германии завоевали первое место с этим спектаклем. Это был спектакль-концерт. До этого основатель нашего театра Борис Львович Осилечек ставил это, взрослый зритель вспомнит. В 70-е годы был спектакль «Дон Жуан» в 20 веке. Как мне рассказывают, я тогда еще не жила даже в этом городе, как мне рассказывают, что билеты невозможно было купить, билет стоил 20 копеек, с рук его покупали за 10 рублей. Тогда это было безумно. Это надзвичайно. Да, да, то есть невозможно было точно так же достать билеты. И вот я считаю, что все-таки театр кукол – это же вид искусства, это не детский театр. И так, мы стараемся все-таки дать понять все более и более это зрителю, что мы не детский театр, это жанр, это вид искусства, как театр оперы и балета. Например. А скажите, будь ласка, чи немає ідеї у вас, у колективу театра, зараз звернутись до цього досвіду минулих років? Восстановить спектакль? Так, 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 відновити цю виставу. Ви знаєте, ми задумувались, ну, як нельзя войти в реку дважды? Во-первых, уже нет этих кукол. Часть кукол находится в музее, так называемом. Помещения у нас для музея нет. Любезно согласился краеведческий музей приютить наших кукол. Они там в куклохранилище лежат. Мы их сдали в музей. И нет на свете уже этих режиссеров. Это немножечко будет другие спектакли. Поэтому мы решили все-таки оставить это все в истории и двигаться новым путем, делать новые спектакли для взрослых. В чем будет особенность выставы «Фигаро»? Если это возможно, сейчас трохи так поднять... Я вот думаю, приоткрывать завесу или нет. Наверное, я сохраню интригу. Я скажу, что это будет очень интересно. Это будет необычно. Это будут люди и куклы, опять-таки. Это будет очень интересное решение. И люди, и ляльки одночасно. Ну, в принципе, да, да, да. Уже традиционно. И снова ж таки, вікових обмежень не буде. Молодший глядач теж може завітати. Ну, я не знаю, что там придумает режиссер, потому что все-таки тема это не Ханума уже. Так, Ханума так, это все-таки Восток. Там все очень выдержано и корректно. Фигаро это немножечко другое. Я не знаю, что там придумает режиссер. Об этом поговорим попозже, когда уже начнутся репетиции. Угу. Что он там придумал? Можно ли будет показывать? Я не знаю, як глядачів, а особисто мене би вже заінтригували. Вже є бажання собі теж придбати квитки. І знову ж таки, ми зараз говоримо про те, що постійно з'являються якісь нововведення, постійно з'являються якісь відгуки на потреби глядача. І сьогодні театр «Ляльок» пропонує ще й додаткові послуги, не лише вистави, не лише розважально-ігрові програми перед виставою. Що це за додаткові послуги, які ви почали пропонувати? Ну так, да, вперше в цьому році, за багато років, ми ніколи цим не займалися, ми все-таки пішли на зустріч по бажанням зрителя.
И теперь родители имеют возможность отметить день рождения ребенка в стенах театра. Естественно, это будет все рассматриваться индивидуально, индивидуально пожелания родителей будут учитываться. Это не будет единый сценарий, который будет штамповаться на все дни рождения. Это пожелание у родителей может быть и со спектаклем, или это может быть чисто развлекательная программа. То есть индивидуально будет работаться с каждым, писаться сценарий под каждого ребенка. Я думаю, что это будет интересно, потому что, ну, мы наслышаны о том, что все-таки очень ограниченный круг посещений, куда можно повести ребенка в день рождения. Это правда. В основе это такие развлекательные комплексы с предоставлением каких-то еще и пищевых услуг. Ну, мы решили, что коль к нам обращаются и обращаются часто. То это был запит від глядачів, від ваших відвідувачів. Да. Еще над одним мы задумались, уже начинаются помимо этого такие вопросы, что а не могли бы вы изготовить куклу по заказу? Напевно, коллекционеры, наверное, в первый час. Нет, вы знаете, детям. Мы тоже над этим думаем, и, наверное, мы пойдем навстречу зрителю, потому что все-таки индивидуальная кукла, которая уникальна, которая в единственном экземпляре, это намного интереснее, чем Кены, Барби и все остальное, которое массово штампуется. Все-таки я думаю, что это, наверное, все-таки для более взрослых детей надо такие куклы делать, потому что маленький ребенок немножко не понимает, он ее растрепет, поломает, сыграет, а это вот более, наверное, такие камінні должны быть куклы, но уміючі тобто, работать. Мова йде про ляльку для гри чи для ляльку, чи это про ляльку для додаткової вистави. Це опять-таки буде учитуватися желання заказчика. Тому що зараз же ми знаємо, що є можливість дітям розвиватися, є продаються і декорації для домашніх театрів, і ляльки для домашнього лялькового театру. Ну, вони там елементарні. Вони дуже прості, так, лялька-рукавичка. Ну, от опять-таки, я же говорю, это не обязательно можно на день рождения ребенку заказать. Я считаю, что уникальная кукла, которая то ли каминная, то ли работающая, планшетная, паркетная, какая угодно, это неплохой подарок и для взрослого человека. Потому что это уникальность. Это подарунок, то, что это ручная работа в единственном экземпляре, что таких больше не будет. Это будет очень оригинальный подарок. Ми з вами постійно говоримо про те, що сьогодні в театр глядачі, які приходять, вони не лише можуть відвідати виставу, а ще й беруть участь у розважальної ігровій програмі. На зимовий час це, звичайно ж, ігри з зимовими персонажами, Дід Мороз, інші казкові герої. А як щодо інших вистав? Чи залучаєте ви в літній, осінній, весняний час? Абсолютно постійно. Це... Мы можем гордиться наш театр этим. В принципе, в Украине эту традицию ввели мы среди театров кукол первыми. Вот эти игровые программы перед выставой. Да, потому что мы первые стали проводить, и с нас стали пример брать другие театры, потому что мы часто встречаемся, у нас совет директоров есть театров кукол Украины, и это все обсуждалось, люди приезжали, увидели и взяли себе на вооружение. Я считаю, что это очень интересно. Игровые программы тематические, как правило, они немножечко стараются подготовить ребенка к просмотру именно этого спектакля по тематике. Скажіть, будь ласка, а чи залучаєте ви такі теми, як, наприклад, особиста безпека, там, правила дорожнього Конечно, руху? Тому що діти в ігровій програмі на краще цю це засвоюють. Естественно, у нас есть репертуары спектаклей по правилам дорожного движения, по правилам техники безопасности. То есть і оце в ігровій формі так само і на цих ігрових програмах використовується. І якщо говорити про відгук молодших глядачів. Я думаю, що батьки вам вдячні, це беззаперечно. А як молодші глядачі? Вони активно долучаються до таких не лише просто ігрових розважальних тем, а до таких трохи пізнавальних? Очень, очень, з большим удовольствием, у них прямо восторг. Ребенок, он же вообще интерактивный очень, он не любит сидеть на месте, и поэтому ему всегда интересно что-то новое, какие-то игры, какие-то... И потом любому ребенку всегда хочется показать уровень своих знаний.
Это такое легкое детское хвастовство перед другими. А вот я знаю больше, чем другие. Скажіть, будь ласка, за такий тривалий час роботи, чи виникли у вас особисті улюблені персонажі для себе? От, персонажі, яких ви із задоволенням відтворюєте на сцені? Лично я? Или лично... Ну, взагалі, ваши улюбленные персонажи, або актеры, або вы особисто. Вы знаете, у каждого актера, наверное, своя любимая кукла есть. Тут без вопросов. Что касаемо меня, вы знаете, мне все одинаково дороги, потому что настолько театр, это коллективное творчество, и в каждую куклу, в каждый спектакль вкладывается душа театра. Это коллектив в 50 человек, поэтому кого-то выделить из кукол, что это любимый, а это нелюбимый персонаж, ну, у меня, например, не получается. Но это как у мамы, когда каждый пальчик болит. То есть всех одинаково любишь, они все одинаковы для нас. А у актеров, наверное, немножечко по-другому. Это надо спросить у них. Наверное, есть любимый какой-то герой. Я думаю, что у нас будет нагода поспілкуватися да. із акторами театру. А зараз хочу спитати про людей, які за сцену, яких ми не бачимо, але бачимо результат їхньої роботи. Я говорю зараз про художників, декораторів, людей, які створюють, власне, ляльок. Так, ляльки в театрі на сьогодні надзвичайні. Вони сучасні, вони відповідають вимогам часу, вони відповідають вимогам глядачів, тому що, погодьтесь, глядач сьогодні має з чого вибирати. Дуже багато джерел інформації для нас є. І, звичайно ж, навіть молодшого глядача зараз звичайною лялькою рукавичкою вже не задовольнити. Ви звертаєтесь до майстрів з інших міст, чи використовуєте талант тільки своїх колег? Іноді, крайне рідко. Крайне рідко. І то це зв'язано тільки з тим, що художник, якщо приглашений, і йому проще работать с мастером, который рядом с ним, чтобы подправить что-то, чтобы, знаете, не заниматься, то есть сократить время. Не потому что наши не могут это сделать. У нас очень крепкий производственный цех художественно-бутафорский. Очень талантливые ребята. Практически они могут все. Но в связи с тем, что иногда поджимают сроки, и пока вышлют сюда, отсюда опять к художнику и к режиссеру, они посмотрят, сделают замечания, отправят. Чтобы этот момент сократить, крайне редко мы прибегаем к этому. А здебільшого все-таки наши миколаївські майстри. В основе майстри. Своей. То есть вот на моем веку, а я уже, слава богу, 21 год в этом театре, ну раза три мы обращались. Я думаю, что это еще один пункт, яким может пишатися и безпосередньо областный театр «Ляльок», и Миколаївщина. Що у нас не только, ну, припустимо, Миколаївський зоопарк, найкращий в Україні. У нас ще й чудовий такий театр вот. «Ляльок» з найкращими майстрами. Я услышала это. Нам все время задавали вопрос. Вікторія Петровна, особенно коллеги мои, мы когда собираемся в Министерстве культуры, мне говорят, слушай, ну уже столько академических театров кукол. Почему же вы не подаете на академическом? Я сказала, ребят, мы будем как зоопарк, мы будем наикращий театр «Ляльок» в Украине, потому что академических уже развелось, ну просто на каждом шагу. Это уже не интересно, для нас это не звание. Я говорю, вот наикращий – это то, что треба. І ще один момент, просто на завершення нашої програми, у нас 2 хвилини залишається. Поговорили ми про додатковий запит глядачів, на який ви намагаєтесь відповісти. А ще сьогодні існує така форма подарунку, як подарункові сертифікати. Чи є можливість придбати в театрі «Ляльок» квиток з відкритою датою, щоб подарувати такий квиток, і людина сама могла обрати? Звісно, пожалуйста. Тобто і така можливість конечно, на сьогодні конечно. Є. Я сподіваюся, ми приймаємо закази і в інтернет-варіанті, і по телефону, і от точно так же можуть приобрести з відкритою датою. Не вопрос. Тобто ми йдемо на зустрічу зрителей, стараємося удовлетворити всі запроси. Сьогодні можемо говорити про те, що найкращий подарунок – це не лише книга, а ще й зустріч із мистецтвом. Естественно. Я дякую вам за те, що ви у ці святкові дні знайшли час і завітали до нашої Спасибо студії, вам. Поспілкувалися з нашими глядачами. Бажаю вам успіхів і процвітання всьому колективу. З наступаючим Рождеством. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувались із пані Вікторією Терещенко, директором, художнім керівником Миколаївського обласного театру «Ляльок», заслуженим працівником культури України. Дякую вам за те, що ви були з нами протягом цієї програми і залишайтеся далі з телеканалу «Миколаїв». Всього доброго!
Thank you.